В Италии 55 человек пострадали при столкновении пассажирского парома с пирсом. Об этом сообщают местные СМИ. Все произошло во время швартовки в порту острова Искья. Во время столкновения пассажиры готовились сойти на берег. Они уже встали со своих мест и поэтому при ударе не могли устоять на ногах. По словам находившихся на борту, после того, как паром врезался в пирс, на корабле началась паника. В больнице рассказали, что у большинства из пострадавших синяки, ушибы и ссадины. Само судно пока оставили в порту. Техники выясняют, насколько оно повреждено и может ли снова выйти в море.